наконец забрал из мастерской две дверки, которые подрезали и поставили кромку нужного мне цвета. Теперь эти две дверки нужно установить назад, ну и соответственно прорезать место для ручки. Всем, кому было полезно данное видео, оставляйте свои комментарии, оценивайте это видео и подписывайтесь на канал. И запомните, в домашних условиях обрезать крайне проблематично большую поверхность идеально ровно, чтобы потом поставить на нее кромку.